больше всего боялся смотреть в глаза матерям, женам, детям, если я оттуда привезу цинковую игру. Герой Советского Союза Александр Рудской о своем главном страхе и войне в Афганистане. Это вторая серия документального фильма «СССР. Крушение». Ее мы показали сегодня. В ней про Афган, Чернобыль и не только. Ничего подобного за всю историю цивилизации не было. Да, произошел взрыв. А что, каким последствиям это приведет, никто не знал. И, конечно, национальный вопрос, плюс первые выступления с требованиями самоопределения. Горбачев не знал, что делать, и это первый тревожный звонок для межнационального мира в Советском Союзе. Вот тогда, когда давили эти албатинские события, он не понимал. Он поступал, так сказать, ну, в классическом советском стиле. Ага, вот сепаратизм, вот национализм. Национализм – это страшная опасность. И это надо, с этим надо покончить. Потом он признал, что национальный вопрос мы упустили, что занялись им поздно, что недооценили. Экономические причины распада Союза. Об этом пойдет речь уже в третьей серии документального фильма «СССР. Крушение». Продолжение документального фильма завтра в 19:35 на Первом Приднестровском.